Москва так и не получила от Киева официального уведомления о приостановке транзитного движения российских грузовиков. Об этом сообщили в Минтрансе нашей страны. О своем решении власти соседнего государства объявили накануне. За несколько дней до этого блокировать российские грузовики начали украинские радикалы. Москва была вынуждена ввести ответные меры. На данный момент на нашей территории задержано около 200 украинских фур. Российские машины перенаправлены в обход Украины через Белоруссию и Литву. А поскольку путь через Польшу для наших грузовиков сейчас тоже закрыт, не удалось договориться о квотах на перевозке, Минтрансе прорабатывают альтернативные маршруты. Например, из Калининграда в Германию на пароме. Добавлю, по оценкам специалистов, лишь 8% наших грузов доставляются за границу автотранспортом. Так что потери России будут несущественными. Украина, к примеру, более 20% своих товаров в Казахстан и другие страны СНГ везет именно машинами через Россию.